Сегодня мы поговорим о змеях. Ой, мамочки. Змеи охотятся на земле, в воде и даже в воздухе. Да, ну мы забегаем вперед. У некоторых змей синий язык, у некоторых зеленый, и только вот у некоторых красный. Почему же змеи такие ужасные? Они такие же они вообще и ужасные. Просто некоторые люди раньше думали, что змеи — это духи драконов. Поэтому избегали змейстер. А теперь в 21 веке знают, что змеи — это такие рептилии, но все равно проявляют к ним страх. Весь страх провел их ядовитая железа. Знаете такую гремучую змею? Вот. А у нее есть ядовитая железа, которую она может больно ужалить. А вот как выглядит кожа змеи, когда она ее сбросила. Вернемся к нашей гремучей змеи. Так вот, страх у змей проявился с того, как только люди узнали, что змеи ядовиты. И змеи все думают, что они бессмертны. И это самый продвинутый случай, потому что один англичанин отрубил голову змеи лопатой, и все равно голова змеи укусила его. Очень, очень забавный факт, пока сам не столкнешься с этим. Ну и вот, к счастью, у гремучей змеи есть предупреждение. Это погремушка на хвосте. Она гремит, как погремушка. А еще сейчас мы расскажем о строении ротовой полости змеи. Клык. Он находится прямо белый острый зуб. Канал с ядом – это зубы. По ним течет яд, а он течет из ядовитой железы. Трубка, которой идет яд, называется... Так и называется трубка. По ней как раз-таки идет яд. Как некоторые змеи могут плеваться ядом, например, такие как кобры. Но обычно змеи, когда только укусят, могут впустить яд. Но зря же змеи. Вы знали, что змеи, если чувствуют опасность, могут из ноздри выпускать кровь. Подвижная верхняя челюсть может больно укусить, если подлезть не зубы на нижней челюсти. Мелкие-мелкие, но они такие острые. Вертикальный зрачок нужен ей, чтобы лучше видеть. А еще у змей очень хороший нюх. Чешуйки на спине, такие же, как у всех рептилий, позволяют понять, что это точно рептилия. Ну что, изучили змею? Изучили. А теперь посмотрим, чем питаются змеи. Они могут охотиться на лягушек, на ящериц, на мышей и на тритонов и рыб. Вам теперь не хочется видеть змей, правда? Вот такие глупые глаза у этой змеи. Но все же не стоит недооценивать змей. Видите, она проглатывает целого тритона. А вот он, тигр среди присмыкающихся. Это тигровый питон. У тигрового питона тигровый окрас, поэтому он получил свое название тигровый питон. У тигрового питона нету яда. Но эти змеи душители, поэтому они могут задушить. А есть такая королевская кобра. Это самая ядовитая змея во всем мире. Укус ее такой же, как и укусит два тарантула. У королевской кобры суть в том, что у нее нет предупреждения, и она сразу начнет плеваться ядом. Плеваться! Да, кобры не кусают. Они сразу начинают плевать ядом и выстреливают его на 1 метр точно. Если вот для вас новость, то, что змеи умеют плеваться ядом наверх, то вот вам еще одна новость про летающую змею. Эта летающая змея самая маленькая, но не самая, конечно, но ее рост в длину достигает 38 сантиметров. Ну и чем она летает? На самом деле она вовсе не летает. Просто она может попрыгать с дерева на длину 4 метра. И думала ли раньше, что она летает? Но теперь все поняли, что она просто пикирует. А сейчас вам бонус.
Анаконда – чемпион в тяжелом весе. Та-дам-дам. Длину анаконды достигают до 6 метров. И голова анаконды около 45 сантиметров. Вот это змея. И весит она около 608 килограмм. 608 килограмм. Представляете, какая тяжелая змея? Кроме всех змей, существует много других змей. Например, вы знали, что есть такая змея, похожая на червяка. Она называется слепозмейка. Кстати, вы знали, что на слепозмейка вот такая? Обычно совы едят мелких змей, но на слепозмейку они не нападают, потому что в гнезде совы могут появиться личинки, и эта слепозмейка поедает их. И потом уже, только вот потом, может их съесть уже сова. Ну вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Ред. У меня еще очень-очень много серий.